улица Ларисы Руденко, 10Г. 18-этажный панельный дом, построенный в 2000 году. Двор небольшой, зелено. В парадном домофон, состояние удовлетворительное. Есть скамейки, высажены цветочные клумбы. Возле дома детская площадка. Места для парковки есть. Рядом автомобильная стоянка. Поблизости общеобразовательная школа, детский сад. В пешем доступе станция метро Поздняки. Неподалеку строительный гипермаркет «Эпицентр», центр оптовой торговли «Метро», торговые центры «Пирамида», «Параллель», «Аладдин». Крупный продуктовый супермаркет «Билла». В доме отделение «Экспресс-почты». В целом состояние дома хорошее.